Пандемия знаниям не помеха. В Ульяновском государственном педагогическом университете продолжается приемная комиссия. С 20 июня абитуриенты подают заявление в дистанционном формате. Его используют впервые в истории учебного заведения. Необычный способ поступления не спугнул молодежь. Достаточно обратиться к цифрам на 16 июля. На сегодняшний день у нас подано более 2000 заявлений, но я думаю, что еще больший прирост заявлений появится на следующей неделе, когда основные дипломы получат выпускники университетов, и это поток новый на программы магистерские. В этом году есть 1520 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В это число входят не только традиционные психолого-педагогические специальности. Также можно бесплатно выучиться на юриста и журналиста. Не стоит забывать о магистратуре. Открыто направление системной биологии и биоинформатики. Это новые программы, которые касаются биолого-медицинской безопасности. Это программы, которые касаются управления проектами. Абитуриенты, которые уже выбрали свое направление, отправляют заявление на сайт университета. Эти документы обрабатывают 32 технических секретаря. Коллектив состоит как из студентов, так и из преподавателей. Те, кто планирует поступать в наш университет, они регистрируются на сайте www.wsu.ru. Там они входят в личный кабинет, где производят регистрацию. Там им приходит логин и пароль на почту. Через эту ссылочку они переходят в личный кабинет и уже заполняют анкету и заявление. Технический секретарь сразу с ним связывается. Время для поступления еще есть, но тем, кто жаждет знаний, надо поторопиться. Есть возможность подачи документов, не дожидаясь результатов ЕГЭ. За вчерашних школьников это сделают специалисты вуза. Приемная комиссия финиширует в августе. Если ребятам интересен бакалавриат, очная форма обучения, бюджет, то мы заканчиваем завершение документов на вступительные испытания. Это 5 августа, дальше идут вступительные испытания. 18 мы завершаем прием документов ребят, которые с результатами ЕГЭ. 22 августа зачислят всех льготников и целевиков, которые пройдут без вступительных экзаменов. 24 числа примут первую волну студентов, а 26-го – вторую. Напомним, подача документов продолжается. Виктория Чуркова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.